Ассаламу алейкум, курменты курмендер. В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. В нашем городе уже больше половины потребителей газа остаются без газоснабжения. В Астане проходит вторая международная выставка «Чай, кофе, какао 2012». Всего 3 месяца осталось до старта летних Олимпийских игр. В Карагандинской области 11 спортсменов завоевали олимпийские лицензии. Еще 3 ведут за них борьбу. В нашем городе уже больше половины потребителей газа остаются без газоснабжения. С середины апреля компания «ЛМГАЗ», единственный поставщик емкостного газа в Караганде, больше не заправляет газораспределительные установки. Как быть потребителем и кто ответит за отсутствие голубого топлива в квартирах горожан, узнавала Ирина Камышова. Наш 21 век, и мы живем без газа. Майя Ширьездановна – пенсионерка. В ее квартире в центре города газа нет уже почти неделю. Газораспределительную установку, от которой газом питаются еще несколько домов, давно не заправляли. И в ближайшее время, судя по ситуации в шахтерской столице, заправлять не будут. Ей еще повезло, говорит пенсионерка. У нее есть одна электрическая конфорка. Только от нее, по словам женщины, толку мало. Вчера слушала телевизор. Сказали, что отключают холодную, горячую воду. Люди, ведь лето жарко. Каждый день вечером нужно и выкупаться. Воду греть будут где? На электрических плитах. Нагрузка будет на электрические сети. У нас ведь такое положение, что и сети у нас такие, что завтра может и свет отключиться. Напомним, еще 15 марта компания «ЛМГАЗ» заявила о приостановке своей деятельности. Причина – 200 миллионов тенге долга перед кредиторами. Предприятие работает себе в убыток, а это значит, что недалеко и до банкротства. Выход один – повышение тарифа на газ. Однако заявленную компанией цену Департамент агентства по регулированию естественных монополий не утвердил, увеличив тариф всего на несколько тенге. Компания «ЛМГАЗ» по-прежнему остается в убытке. 24 марта был утвержден тариф в размере 127,87 тенге за 1 килограмм. Запрашивали, в заявке подавалось, запрашивая цена была 136,68. Полностью исключили прибыль, В законе написано, что должны учитывать все затраты предприятия, плюс прибыль, которая должна обеспечивать нормальную работу предприятия. Прибыль исключили полностью и некоторые статьи затрат. В законе написано, что должны учитывать все затраты предприятия, плюс прибыль, которая должна обеспечивать нормальную работу предприятия. Прибыль исключили полностью и некоторые статьи затрат. Горожане согласны и на повышение тарифов, лишь бы в их квартирах наладилось газоснабжение. Я так считаю, что лучше пусть повысят нам тарифы, но зато мы будем при газе. Ведь мы тратим больше денег на электрические наши эти самые плитки, чем мы на газ будем тратить. Пусть повышают. Соседка Майи Бляловой, которая также остается долгое время без газа, боится, что в Караганде настанут советские времена, когда люди готовили пищу на костре, и призывает городские власти помочь в ситуации. Это надо костры, действительно придется жечь. И уже не удивлять, но в наше время жечь костры, 21 век, это уже, знаете, маразм. Так что просто хочется призвать наш акимат, и городской, и областной, чтобы немножко пошевелились, подумали о том, что людям без газа плохо. Они, наверное, тоже не в другом государстве живут. Наверное, у их тоже коснется. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Астане проходит вторая международная выставка «Чай, кофе, какао 2012». Свою продукцию показали около 40 крупных казахстанских и зарубежных компаний. В выставке приняли участие и чайная компания «Юнити» из Караганды. Подробности в материале Анель Шалкарбек. Участие в выставке «Чай, кофе, какао» – это отличная возможность представить свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, познакомиться с новыми тенденциями. Главная идея выставки – показать состояние и перспективы дальнейшего развития чайного и кофейного рынка страны, содействовать расширению международного торгово-экономического и культурного сотрудничества. Ну и, конечно же, продемонстрировать мировые традиции чая и кофепития. Выставочный зал «Курме» с запахом ароматных напитков будет наполнен еще 2 дня. Рынок Казахстана очень интересен.
таким компаниям крупным, как индийским чаю, как кенийскому, как компании с Шри-Ланки. Очень много компаний, которые с России хотят выйти на казахстанский рынок. Вот. Мы очень рады. Данную выставку мы именно для того и сделали, чтобы рынок чая, кофе, какао обогащался в Казахстане. Мы ждем всех абсолютно компаний, которые заинтересованы в новых контрактах. Пожалуйста, приходите на выставку. Здесь есть очень много компаний, с которыми можно сделать замечательные партнерские отношения. На мероприятии собрались производители, поставщики, руководители магазинов и супермаркетов, представители ресторанов и кофеен. Также участвовали президент Торгово-промышленной палаты Казахстана и посол из Индии. Ведь Индия является самым большим производителем чая в мире. И Казахстан представляет для них большой интерес по экспорту данного напитка. На сегодняшний день Индия экспортирует в нашу страну около 40% производимого чая. Мы тоже, как и вы, сохраняем все народные традиции. В Индии, как и в Казахстане, много людей употребляют чай. Примерно 800 миллионов человек. На каждого из них уходит 1,5 килограмма чая. Ежегодно общая сумма экспортируемого продукта в вашу страну составляет 23 миллиона долларов, а это 25%. Чай на столе у казахов появился в 19 веке. В то время этот напиток был доступен только богатым людям. Но в наше время казахский дастархан нельзя представить без чая. На способы его заваривания не могли не оказать влияние традиции других народов. Например, к северным казахам чай пришел от татар и русских. И поначалу пили черный чай без молока. Ну а казахи, жившие рядом с калмыками, пили чай с молоком, маслом и солью. Стоит отметить, что у всех народов Центральной Азии чай в пиалу не положено наливать до краев. Чем меньше чая наливают чашку, тем больше уважение оказывается гостю. Эти традиции сохраняются и по сей день. Тематика чая, кофе, какао выбрана не случайно. Казахстан – страна с давней национальной традицией чаепития. На сегодняшний день страна входит в пятерку стран с самым высоким употреблением чая, являясь лидером среди других стран СНГ. Ежегодно казахстанцы выпивают около 3 миллиардов литров напитка и заваривают около 22 миллионов килограммов чая. В рамках выставки состоялись чайные и кофейные церемонии, семинары по искусству приготовления напитков, конкурсы и многое другое. Среди участников выставки карагандинская компания Unity, которая имеет линию фасовки кенийского и индийского чая элитных сортов. Как производители на рынке они с 2008 года и по сей день не пропускают ни одну подобную выставку. По словам представителя компании, в настоящий момент среди населения более известен кенийский чай, так как в Кении произрастают более сочные листья, что и объясняет популярность данного чая. На данной выставке мы являемся единственным казахстанским чаем, то есть производство полностью находится все в Караганде. Ну, единственное, как бы пакетированный чай для нас делают в Арабских Эмиратах, но опять же, это наш чай, делают вот именно для нас. Подобные выставки должны проводиться часто, потому как производители могут объяснить, как и где изготавливается продукт и какого он качества. Продолжает главную мысль супервайзера, дистрибьютор компании, с которым они встретились на выставке. Недавно в Москве тоже по продуктам тоже ездили в Продэкспо. И вот здесь недавно тоже, месяц назад, соки мы продаем, по сокам представители приехали, они попросили тоже поприсутствовать, и мы часто присутствуем, и хотим, чтобы такие выставки побольше было, потому что производители встречаются с своими дистрибьюторами, теснее контакт, и после этого еще покупатели приходят, уже знают продукции более конкретно. Сегодня посетители выставки смогли попробовать отборные сорта напитков, узнать новые способы приготовления чая и кофе. Свою продукцию показали около 40 крупнейших зарубежных и казахстанских компаний, среди которых Индия, Россия, Киргизстан и Казахстан. По словам организаторов, это прекрасная возможность найти новых партнеров. Ну а мы, в свою очередь, пожелаем всем участникам выставки дальнейших профессиональных успехов. Анышел Карбеки, Жанна Липов, Первый Карагандинский. Всего 3 месяца осталось до старта летних Олимпийских игр. В Карагандинской области 11 спортсменов завоевали олимпийские лицензии. Еще 3 ведут за них борьбу. Как идет подготовка ведущих карагандинских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2012, расскажет Марал Тукенова.
Спортивная династия Карповых в строю. Тренировки к международным стартам ведутся каждый день. Именитая семья усиленно проводит генеральную репетицию перед чемпионатом мира. По итогам выступления на международном легкоатлетическом турнире Дмитрий Карпов вошел в четверку сильнейших, но не достигнул до своего личного рекорда. Как говорит спортсмен, результат позволил выполнить нормативы и завоевать олимпийскую лицензию. Мы работаем над этим, чтобы только именно борьба за медаль. Потому что уже возраст и как бы все вложили, все, что накопилось, опыт, тренировочный процесс, форма, это все только на олимпийскую медаль. Для легкой атлетики и для многих спортсменов я считаю, что олимпийское золото, это выше, больше него ничего не бывает. И поэтому пока у меня есть шанс, я его использую на все 100-200%. Самые первые шаги в спорте Дмитрий начал делать под руководством отца, тренера Василия Карпова. Теперь учитель с большой буквы, человек необыкновенного таланта, приучает к спорту и своих внуков. Вот, переступай. Вот, молодец. Вот, молодец. Цепляйся за его. Вот, повеси, молодец. Супруга Дмитрия, Ирина Карпова, также специализируется в многоборье. Вместе с мужем на международных соревнованиях в Чехии выполнила олимпийский норматив. В общем, они всегда вместе во всех важных моментах жизни рядом с Дмитрием – жена, дети и отец. Постоянно находимся на сборах где-то, в Караганде очень редко бываем. На стадионах постоянно ездим на сборах. На сборы все время берем с собой детей, стараемся, потому что я, допустим, себе вообще не представляю, как можно от них уезжать, они еще маленькие. Все время с ними, дети постоянно с нами на сборах ездят, тоже видят постоянно спорт, на стадионе находятся вместе с нами. Сын уже просится, я тоже хочу потренироваться, то есть мы сначала тренируемся сами, потом еще с сыном тренируемся. Наверное, тоже будут спортсменами. А вот в семье Сапиевых ситуация иная. Жена двукратного чемпиона мира Мульдер Сапиева ждет своего мужа, который уезжает на тренировочные сборы на целые месяцы. Ну, первые годы, когда мы только поженились, было, конечно, тяжело. Сейчас уже свыклась, привыкла. Жду, конечно, с нетерпением его, каждый его приезд. Но он сейчас как бы приезжает ненадолго, на 5 дней максимум. Поэтому скучно, тяжело. Тоскую, конечно, по нему. На нынешних Олимпийских играх впервые в боксе будут принимать участие не только мужчины, но и женщины. В мужском боксе честь Казахстана будут отстаивать 9 спортсменов. Имена многих вам уже известны. У наших сборной по боксу, как и перед Олимпиадой в Пекине, 9 лицензий из 10 возможных. Это очень хороший результат, поскольку состав сборной Казахстана по боксу будет одним из самых крупных на предстоящих Олимпийских играх в Лондоне. С заслуженным мастером спорта Сериком Сапиевым связаны большие надежды. Ну, соперников всех знаю, ко всем готовлюсь. Я думаю, если я буду в своей лучшей форме, я смогу всех победить. Хотелось бы, конечно, первое место. Буду стараться. Были ошибки на той Олимпиаде, есть опыт. Я знаю, что такое Олимпийские игры. Поэтому знаю, как, что. Будем стараться. Сейчас ведется подготовка к предстоящим играм в Лондоне. На ней казахстанские спортсмены планируют завоевать не менее 15 медалей. В настоящее время олимпийские лицензии имеют 11 карагандинских спортсменов по 7 видам спорта. Еще 3 ведущих спортсменов ведут борьбу за получение лицензии. Всем им созданы необходимые условия для полноценной подготовки, говорят в областном управлении туризма, физической культуры и спорта. Для полноценной подготовки наших лицензиатов, наших ведущих спортсменов области, значит, из областного бюджета выделено 50 миллионов тенге. Также, значит, подписан меморандум между акиматом области и, значит, с ТО НРС Казахстан, значит, на 5 ведущих спортсменов, которые получают ежемесячное денежное содержание, то есть стипендию. Значит, это такие спортсмены, как Раков Максим, Бузбаев Ислам, Сапиев Серик, Исанов Гульжан и Карпов Дмитрий. Стоит отметить, что казахстанских спортсменов обязали выучить государственный гимн. Об этом недавно заявили в агентстве Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры. Перед выездом на Олимпийские игры где-то за месяц будут проводить тестирование. Марал Тукена, Сергей Высокосов, Тулиген Рашид, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск.
В свете политики главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева сегодня бизнес находится под его защитой. И предприниматели должны понимать это, но не забывая свои конституционные обязанности платить налоги. Специалисты налогового комитета провели рейд. Подробнее в материале Жазиры Абдраимовой. На сегодняшний день существует целый ряд проблем, связанных с налоговым законодательством в отношении бизнеса. Любую проверку предприниматели расценивают как вмешательство и препятствие развитию бизнеса. Действительно, проблема имеет место быть, но необходимо сказать о том, что словосочетанием «воспрепятствование бизнесу» в последнее время довольно-таки часто пользуются недобросовестными предпринимателями, в результате чего страдает бюджет страны, в которую не поступают колоссальные суммы налогов. А кассафорт у вас на бар должен быть отдельно и сюда отдельно. Да? И кассафорт сейчас не будет. Это кафе находится в центре города. В документах написано, что должно быть 2 бильярдных стола, а их намного больше, и отсутствует кассовый аппарат. При проведении визуальных наблюдений бильярдных, игровых салонов было установлено, только за 2 дня было установлено 345 объектов, не состоящих на регистрационном учете. Было выявлено 94 налогоплательщика, которые сдают свое имущество в аренду, получают от этого доходы и также не состоят на регистрационном учете в налоговых органах. На сегодняшний день остро стоит вопрос в соблюдении налогоплательщиками элементарной дисциплины при исполнении налогового обязательства. В апреле данный вопрос был обсужден в Акимате Карагандинской области. По итогам совета было принято совместное обращение о самостоятельном устранении нарушений в течение 10 дней, однако данный срок был продлен до 30 дней. Мы занимаемся защитой малого и среднего бизнеса, но с другой стороны я и как представитель общественного объединения, и как гражданин, я, в принципе, понимаю, что любой бизнес должен быть легальным. Вот. Поэтому, в принципе, это не только мое мнение, а мнение, в принципе, всей бизнес-общественности, разных ассоциаций предпринимателей, что да, такие проверки нужно проводить для того, чтобы все-таки предприниматели работали легально. Но, с другой стороны, тоже, конечно, не должно быть так, чтобы из-за штрафов эти предприятия закрывались. В настоящее время проводится акция по размещению в торговых объектах листовок о применении кассового аппарата в соответствии с налоговым законодательством, а также законом о защите прав потребителей. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Более 1,5 миллиарда людей во всем мире страдают повышенным артериальным давлением. Ежегодно 7 миллионов умирают. Каждый год по инициативе Всемирной организации здравоохранения 17 мая проводится Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Недостаточная информативность населения – один из главных факторов недооценки опасности этого заболевания. А также немалую роль играет и низкая обращаемость граждан при выявлении заболеваний на ранних стадиях, когда еще можно избежать серьезных осложнений. В период проведения Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией по всей стране пройдет информационная кампания под девизом «Узнай свое давление». В местах, будем говорить, скопления людей, то есть в торговых центрах, крупных торговых центрах будет проводиться измерение артериального давления медицинскими работниками, также волонтерами. Если у человека во время такой проверки будет выявлено высокое давление, то ему будут даны рекомендации по лечению и профилактике. В нашей области болезни системы кровообращения стоят на первом месте. В связи с этим и в рамках программы «Саламатта, Казахстан» в нашем регионе проводятся скрининговые исследования населения, направленные на выявление факторов риска и повышение качества лечения и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. При повышенном давлении также не будет лишним и медикаментозное лечение. Люди, у которых выявляется повышенное артериальное давление, обязательно должны принимать медикаменты. Медикаменты, стабилизирующие артериальное давление. И при регулярном приеме лекарств, стабилизирующих артериальное давление, можно добиться больших результатов. Можно предупредить развитие острого нарушения мозгового кровообращения и предупредить развитие острого инфаркта миокарда. Самое главное, что стоит помнить при выявлении первых симптомов повышенного артериального давления, это не откладывать визит к врачу на потом. Своевременное обращение к доктору есть не что иное, как предупреждение серьезных болезней сердца. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В преддверии открытия туристического сезона 2012 в Караганде состоялась третья региональная туристическая выставка. Целью выставки является формирование и укрепление туристического имиджа Карагандинской области, продвижение туристического продукта среди жителей и гостей города.
Данная выставка представляет возможность руководителям предприятий и организаций, жителям и гостям области познакомиться с туристическими возможностями, также обменяться опытом по привлечению туристов и предложениями по организации летнего отдыха. Свои программы и маршруты представили более 15 организаций региона. Это многие туристические компании, гостиницы, санаторно-оздоровительные учреждения, учебные заведения, которые готовят кадры в сфере туризма, а также мастера прикладного искусства. И, как они утверждают, национальные сувениры пользуются большим спросом среди туристов. Есть вообще-то, мало. В нашем регионе есть много прекрасных, талантливых мастеров. К сожалению, их работы как максимум мы можем показать только на таких выставках. Туристы интересуются, но сувенирных магазинов у нас мало. На территории региона есть множество мест для развития таких направлений, как активный отдых, познавательный туризм. Также достаточно популярным может быть, по мнению участников, туристические поездки на разного рода события или празднования. Карагандинский туристический клуб самый первый в области. В этом году ему исполняется 49 лет. На мероприятиях клуба в год участвует около 6000 человек. Это мы проводим слеты, соревнования, походы по пешеходному, горному, велосипедному, водному, автомобильному туризму. Но это не значит, что если у нас гор нет, то не должен быть горный туризм. По мнению организаторов, наш регион имеет большой потенциал в качестве туристического объекта. Во множестве городов области есть большое количество интересных исторических и культурных достопримечательностей, о которых знает очень мало туристов. Но благодаря этой выставке ситуация может измениться. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Слава Богу, здоров!